Вы не хотите чувствовать трагической правды жизни. Взгляни на ту пропасть, которая отделяет тебя от твоей кухарки. Ну, а разве она исчезнет от того, что я встану на край ее и буду плакать, дрожа от страха? Вы хотите жить, наслаждаясь и не замечая ничего страшного, грубого. Как можно чувствовать насильно? Тебе плохо жить, но ты гордо не хочешь сознаться в этом даже самой себе. Ведь я же вижу твои отношения с Павлом. Оставим это. А? Видишь, тебе больно, да? Нет, но неприятно. Ну и пусть, а это тебя оживит. Ты одинока, Лена, ты несчастна. Лиза, твоя радость нехорошая радость. Чего ты хочешь? А, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Мне кажется, я не имею права жить так, как мне хочется. Мне бы хотелось родную душу иметь. Мне надо отдохнуть от страха. И не с кем. Прости меня, Чепурной. Ну, разве я имею право? Я ведь больна. Да? Я поначалу растерялся, а потом слышу, точно кричит. Помогите, помогите. Ну, я взял водку и... Когда же можно поговорить с тобой? Пожалуйста, до вечера. Да. Вечером я свободен. И еще, Лена, пожалуйста, пошли за Егором. Снова Егор? Ну, как же без него обойтись, Лена? Он такой ловкий, быстро все схватывает. Ты посмотри, он мне жаровню сделал, артистически. Ну. Тебе скучно? А где же Дмитрий? Сеанса нет? У него, наверное, есть еще обязанности, кроме того, чтобы развлекать меня. Да. Вероятно. Добренько выздоровится. Что вам угодно? Мне бы Павла Федоровича. Он занят. А уж с вами не знаю как.
полиции приходило изволить или видеть насчет запахов, насчет помойных ям и прочих мест. А при чем здесь муж? Конечно, они не больше других, все мы люди. Полиция по случаю холеры, однако ж требует, чтобы запаху не было. Они не вникают, что, к чему положено иметь запах, так уж оно его даст. И грозят штрафом, даже до 300 рублей. Что вам угодно? Совет хотел взять. Возможно ли попрыскать чем-нибудь химическим против запаху? Послушайте, как вас. Впрочем, я ему передам. До свидания. Ах ты, гордионка. Но ничего, я тебе хвост-то прижму. Сударыня, пожалуйста, отпустите меня. Днем? Ну, кто же будет служить? Совсем отпустите. Расчет. А, хорошо. Но прежде прошу вас, позовите Егора. К Егору я не пойду. Пошлите мне дворника. Можете? Могу-с. Только, пожалуйста, расчет мне сегодня. А чего у вас калитка не заперта? Добрый день. Не знаю. Сегодня прислуга какая-то рассеянная. Холеры боятся. Говорят, она развивается. А, ничего. Идет. А как Елизавета Федоровна? Здоровенька? Не особенно. По обыкновению. Да. Трагическая душа. Борис Николаевич. Да. Я бы хотела с вами поговорить. Вы меня простите. Я мешаюсь не в свое дело. Но... мне Лиза говорила, что вы ей сделали предложение. А как говорила? Гримасой говорила. С насмешкой? Ну что вы, с радостью. Да нет. Что, верно? Да-да. Вы знаете, с такой тихой радостью и так хорошо. Сделали вы мне подарок. Ох, какой подарок. Вот оно. Откуда не ждешь, оттуда и бьет. О том, что я ее замуж звал. Она вам с радостью сказала. Да-да, уверяю вас. А мне отказала. Отказала. Да вот ведь случай какой, а? Великая вещь, случай! Я знаю, что делать. Только снимите ваш галстук. Она не любит красного. Да, я его нарочно одел, чтобы ее подразнить. Ой, теперь уже все равно. Можно и без галстука. Спасибо вам. О, старый знакомый. Давай руку будем мириться. Эх ты, Илья Муромец. Барыня, жена захворала. Что с ней? Тошнит. Давно? С утра, говорит, иди, позови барыню, а то и сдохну. Что же вы сразу-то не позвали? Стыдно было, скандалил тут. Глупости. Я иду. Погодите, я боюсь, может, холера? Надо доктора. Вы поезжайте сейчас. Не надо доктора, не верю я, вы сами вылечите ее. Прошу вас.
только здесь, воин. Павел, подожди, у него жена заболела. А. Вот вы колотили ее. И, пожалуйста. Он думает, холера. Я иду туда, а ты... Ты? Туда? Почему ты? Ну, а почему нет? Ну, Лена, если холера, значит, подыхай. Просто. Аль мы не люди. Ну, что ты понимаешь, нужен врач, это опасно. Так. А которые вздыхают, тем не опасно. Прошу не рычать на меня. Идемте, Егор. Это безрассудно. Лена. Возвращайся и позови по телефону карету. Нужен доктор, а не ты. Что такое ты? Фима! Кричу, как зарезанный, вы изволите любоваться своей наружностью. Вовсе нет. Я ножи чистила. Идите к Егору. Я туда не пойду-с. Там холерас. Холерас. А вот барыня пошла-с. Звонок-с. Да-с. Mm-hmm. Отопритесь. Свистит, как змея. Да, телефон, черт. У меня к вам большая просьба. Я выхожу замуж за почтенного человека. Кто же это? Ваш сосед Кочергин Василий Васильевич. Старый черт. Так ему ж скоро 60 лет, в ревматизмах весь. И как ты, Ефим, ей решаешься? А впрочем, деньжище. Эх ты, девушка, брось его. Ну его совсем, и с его деньгами. Так уж решено все. Все слажено. А как я сирота, так не пойдете ли вы ко мне в посаженные матери? На-ка, выкусите. Вы меня за сколько, Елене Николаевне, продали? Яс? Да, выс. Что? Очень жаль-с. Я думала, как вы сами себя старику продали, то, может, уж и мне в этом же поможете. Так все же устроиться лучше, чем на улицу выходить. Все-таки один будет, а не 100. Иди. Иди вон. Дам денег. Иди прочь, дам. Так я вечером приду. Не обманите? Уйди ради Христа. А это вы? Слышали новость? У нас на дворе холера. Забавно. Елена пошла лечить. А? Нравится вам это? Ай-яй-яй, зачем же это нам? Неизвестно. Тайна сия велика есть. Божий человек, спаси рабу. Встаньте, зачем вы? Утопаю в грязи, в подлости своей утопаю, подай руку.
Позвольте, я так упаду. Что вы? И не целуйте брюки. Позволь около тебя жить, чтоб только видеть тебя каждый день, слышать тебя. Я богата, все возьми. Выстрой себе башню для своей науки, а я буду внизу день и ночь стоять и никого к тебе не пущу. Все дела мои, все богатства, все земли, все продай, все возьми себе. Однако эта идея, черт побери, какую можно устроить лабораторию. И меня возьми к себе. А? Чтобы я всегда видела тебя. Была бы у тебя собака, ведь ты бы ласкал ее иногда. Но я буду вместо собаки. Подождите, это странно. Разве я мог ожидать, что вас так увлечет наука? Я ведь тупая. Я глупая, как бревно. Книжек твоих я их не понимаю. Нет? Но что же тогда? Милый, целовала я их. Взгляну в них, а там такие слова. Никто, кроме тебя, и понять не может. Ах, вот почему пятна на переплетах. Это уж какой-то фетишизм. Так хорошо около тебя. Чисто, ясно. Божий человек. Люблю тебя. Позвольте, то есть как это? Вы извините меня. Я не могу поймать вашу основную мысль. Может быть, вам более удобно поговорить об этом с Леной? Я говорила с ней, она знает, что ты ее не любишь. То есть как не люблю? Ишь ты. А как ты будешь со мной? Как будешь ты моим? Что, как это моим? Мелания Николаевна, вы извините меня, я ставлю вопрос прямо. Вы, может быть, влюбились в меня. А я про что же говорю, родной мой? Да. Извините меня, я думал. Так что вот, обезумела. Мелания Николаевна, тут такое исключительное положение. Но, милая, хорошая моя, это все так странно и так не нужно мне. Не нужно? Нет. Простите меня. Лена все еще там. Это меня беспокоит. Я не могу не сказать ей. Лена, в ванну и немедленно. И все далось из себя. Фима! Все далось из себя в печку. Фима! В ванну! О. Не суетись так. Я все сделаю, я знаю. Это Фима, черт бы ее побрал, миф какой-то, не горничная. Фима! Холера, это не шутка, Лена. Да. Фима!
Такой сегодня пасмурный и вообще неприятный день. И холера это так не своевременно. Да, действительно, вдруг. Павел Федорович. Да? Простите меня. То есть, как это? Ну, забудьте все, что я вам говорила. Нет, серьезно? Забудьте. Я ведь... Я глупая. Дерзкая. Мелания Николаевна, я вас очень люблю, то есть уважаю. Вы удивительно непосредственный и цельный человек, но, голубушка моя, это лишнее. То есть то, что вы говорили мне. Будемте добрыми друзьями, вот и все. Ну, вот и чудесно, чудесно, чудесно. Вы знаете, как хороши люди. Сколько в них славной способности понимать друг друга. Люблю людей. Изумительно интересные существа. Не видала я людей-то, среди торговцев жила. Вот только здесь у вас их и увидела, и сейчас же покупать стала. Павел? Да. Дитя ты мое милое. Дитя ты мое прекрасное. И больше ни слова. Об этом никогда. Так я ведь сегодня потому заговорил, что показалось мне, ошибаетесь вы. Нет. Не болезнь мешает мне. Я не могу, я не хочу иметь детей. Никто не спрашивает тебя, зачем родятся люди на свете, а я спросила. Вот день, точно в октябре. Да, денек задался. Скверный. Лизонька, пора лекарства принимать. А вы куда теперь собираетесь ехать? Кто я? А, в Могилевскую губернию. Почему именно в эту? Ну, у меня там много знакомых. Уехать в Могилевскую губернию, так колумбаисты говорят иногда о покойниках. Что это вы? Уж не думаете ли вы, что Борис Николаевич умрет? Разве только застрелится? Спешу успокоить вас, нет случая, чтобы ветеринар застрелился. Лизонька, пора молоко пить. Грешный человек, люблю позлить ее. Скучнейший народ эти страдальцы за муки мира. Что же ту картину? К солнцу идут или как ее будете писать? Непременно. Кстати, мне надо бы вас для нее. Меня? Где же мне там место? На дне корабля. У вас над глазами есть одна такая упрямая складка. Это очень характерно. Вы ничего не будете иметь против, я сейчас схвачу ее. Хватайте. Вы анекдоты любите? Так вот, когда-то через Ла-Манш из Дувра в Кале ехал английское посольство и был на корабле француз. Хвастались, кто лучше, англичане или французы? Англичане говорят, мы везде, а француз говорит, нет. Вот в этом проливе наших дипломатов много утонуло, а вот английских ни одного. Тут молодой англичанин из английского посольства прыгнул за борт и хоп, утонул. Это что же, весь анекдот? Да, весь. Захотел человек поддержать честь нации, вот утонул.
ваш анекдот хоть и морской, а не солон. Хорошо вы галстук завязываете. И цвет хороший. Знаешь, случилось что-то чрезвычайно нелепое. Мелания Николаевна, она, знаешь, кажется, влюбилась в меня. Как тебе это нравится? И Бухлин, я не давал ей никакого повода. Это так неприятно, если бы ты знала. Она тут плакала, целовала мне брюки и руку. Вот эту. Перестань, Павел. Она мне предлагала свои деньги. Хочу, говорит, жить с тобой. Понимаешь, говорит мне ты. И от нее почему-то пахнет селитрой. Это смешно. Чего ты? Ты смешное. Это не смешно. Это нелепо. Сначала я не хотел тебе говорить. Я все знаю. Я знала об этом. Знала? Почему же ты не предупредила меня? Значит, ты сама распутаешь все это? Да, Лена? Хорошо. Не беспокойся. Ночевала тучка золотая. На груди утеса великана. И меня изгнали, не велят курить. Так вы любите анекдоты. У вас есть еще один скучный? Я вам другой сочиню. Чи был у меня зонтик? Чи не был, как говорил Гамлет, принц датский. Прощайте. Вы куда-то уезжаете, я понял. Да. Надо поехать. На счастливой дороге. Вы мне почему-то очень понравились сегодня. Спасибо. Вы сегодня похожи на влюбленного. Скажите, вы когда-нибудь влюблялись? Да. Еще когда был студентом, так хозяйка в своей квартире слабо семела и даже объяснил ей это. Красивая? Ну, и лет 50 было в то время. И вот, когда я ей объяснил, так она за квартиру 3 рубля лишних накинула. Положи книгу. Куда? То есть зачем? Ну, куда-нибудь. Дело вот в чем. Я люблю Елену Николаевну. Вот удивил. Как же ее не любить-то? Я люблю ее, пойми, как женщину. Ну и что же? А она знает? Да, она знает.
Ну и что же она ответила? Подожди. Дело, собственно, в том, что ты скверно относишься к ней. Я? Как? Когда? Ты игнорируешь ее? Ты убил в ней любовь к тебе? Это она говорит? Это я говорю. Позвольте, господа, что сегодня? С ума посходили? Она молчит. Она не говорит. При чем здесь вы? Павел, мы с тобой друзья. С детства. Я люблю тебя. Если можешь, прибавь к своей любви немножко деликатности. Да. Предоставьте право человеку самому говорить за себя. Самому отстаивать свое достоинство. Ты, Дмитрий, извини меня. Как все художники, ты несерьезен. Вчера ты молчал, ничего не говорил, а сегодня вдруг я люблю ее. Я сказал все, что нужно было. Я ухожу. Нет, подожди. Подожди. Лена! Что это? Зачем? Лена! Зачем? Пусть она при тебе скажет, в чем дело. Елена. Елена, вот. И он тоже. Как это Мелания, оказывается, влюблен? Да. Но он уже в тебя. Ну да, что ж. Я ему сказал, что люблю вас. И что вам тяжело с ним. Благодарю вас. Это так по-рыцарски, так молодо. Очень молодо. Я не заслужил иронии. Я не хочу враждебного чувства к Павлу. Пускай я сделал глупо, бестактно, грубо. Но мной руководили чувства товарища и любовь. Ну, Лена, как ты к этому относишься? А ты? Ну, день. Он объяснялся с тобой? Да, объяснялся. Ну, а ты? Ты сказала ему, что любишь меня? Не сказала. О, это напрасно. Нужно было сразу сказать, что ты любишь Павла, то есть мужа. После этого он, разумеется, должен был бы... Ну, да это в сущности не важно. А что, по-твоему, важно? Чтобы подобный факт не повторился. Павел. Ты говорил о нем и даже пытался что-то решить за него. Ты выразил желание, чтобы впредь это больше не тревожило тебя. А где же я? То есть как? Что ты хочешь сказать? Немного. То, что я больше тебе не нужна. Я в твоей жизни не играла никакой роли. Кто я для тебя? Ты ведь никогда не спрашивал меня, чем я живу, о чем я думаю. Но мне некогда разговаривать, Лена. И потом, почему ты сама не сказала? Я не хочу просить, как нищий того, что мне принадлежит по праву, человека и жены твоей. Я не могу просить.
А требовать я не хотела. Зачем насилие? А, черт. Как не нужны все эти недоразумения, объяснения. Как они обидны. Я решила уйти от тебя. Решила это твердо. И мысленно уже простила с тобой. Лена, нет. Как уйти? Зачем уйти? Ты любишь Дмитрия? Да? Да? Нет. Не так, чтобы быть его женой. Как это хорошо. Но все-таки меня-то ты уже не любишь? Скажи. Зачем тебе знать это? Ах, да ведь я тебя люблю. Полно, Павел. Честное слово, Лена, послушай, я понимаю, ты обижена. Прости. Извини, забудь. Ведь если ты уйдешь, я буду думать, где ты? Что с тобой? А мои работы? Ты меня изувечишь, Лена? Ведь или работать, или думать о тебе? Ни слова обо мне, ни одного слова, мой друг. Да я же говорю, что не могу жить без тебя. Прости меня. И не мешай мне жить. Жизнь коротка, в ней так много интересной работы. А для меня? Что в ней есть для меня? Подожди. Послушайте. Лиза, ты что? Сейчас случится несчастье с кем-то близким. Лиза, ну полно. Тебе почудилось. Ну, полно, Лиза. Нет, нет, я, ну, поверьте мне, я точно знаю, сердце словно умирает, такой тоска. Сейчас случится несчастье с где-то, с кем-то близким. Я почувствую. Ну, правда, такая тоска. Я почувствую. Поверьте.
Ты какой губернии? Рязанской. А я калужская. Ничего. Что ж? Только страшный ты больно. Чего страшный? Это ничего. Я вдовой. Жениться надо. Новая горничная? Как вас зовут? Нас? Да. Лукерьей. Угу. Вы грамотная? Нету. Молитвы знаем. Ага. Лукерья, а вы замужем? Нету. Девицы мы. Ага. Вы, очевидно, прямо из деревни. Мы прямо. Прямо. Угу. Ну вот, живите у нас. Мы люди простые. У нас, знаете, забавно. Ты знаешь, ты вообще права, Лиза. Мы все действительно далеко стоим от простых людей. И надо что-то делать. Надо, чтобы они подошли ближе к нам. Надо. А правда в лавочке говорили, будто барин-то мой чернокнижник? Может, и чернокнижник. Господа неспособные. Боюсь я, больно они все ласковые. Такие ласковые, будто и не господа. Вчера, когда мы тебя уложили, я часа три говорил с Леной. Какое богатство ума и сердца было около меня, а я и не знал. Во мне, очевидно, есть что-то тупое, ограниченное. Потом послали за Дмитрием. Мы все трое будем друзьями. А я? Разумеется. Будем работать. Накопим для людей много сокровищ чувства и мысли. И гордое сознанием, что вот мы сделали много важного и нужного для людей, уйдем из жизни. Как это ясно, просто. Люблю, когда ты говоришь так. Люблю тебя и жизнь, мне кажется, такой, какой ты ее рисуешь. Красивый, простой. Но когда я одна... Все это только больные нервы. Не говори мне о болезни. Дайте мне забыть ее. Довольно. Ведь ты любишь его, да? Лена мой добрый, немного суровый, строгий друг. А мне казалось... Павел. Ну, подождите. Я тоже. Я люблю Бориса Николаевича. Я вчера ему отказала совсем, совершенно. А вечером мне вдруг почудилось, что с ним произошло какое-то несчастье. И вчера я вдруг узнала, что я люблю его, что я не могу без него. Ну и прекрасно. Лиза.
Желаю тебе счастья. Немножко счастья. Это так нужно нам всем. Мое почтение, Павел Федорович. Как здравствуете? Великолепно. Слыхали? Волнение идет в народе насчет болезни-то этой. Дескать, болезни-то вовсе нет, а господа доктора для практики стараются. Какая дикая ерунда. Конечно-с. Народ. О нем так и выражается. Подлый народ. Дескать, докторов много, работы нет им. Вот они и того. На всякий случай, для охраны имущества и покоя велел ворота-то запереть. Вчера будто одного доктора помяли. А фамилия? Вы не знаете фамилию? Не знаю-с. Лиза, Борис Николаевич ведь не доктор. Да. Да, не доктор. Чего эта лошадь новой горечь со стола не собирает? Господи, нас самим нанимать, а не через контору. Так вот я и мой папаша решили сделать вам такое предложение. Составьте нам смету на оборудование завода. А, позвольте, это скучная вещь, это не для меня. Очень жаль. И все-таки, на мой взгляд, вам придется передумать. Роман! Роман, черт, я тебя зову или нет? А? Я слышу, чего ж. Пойди закрой ворота и калитку. Быстро. Такой антипатичный малый. А представь, обнаружил прямо-таки трогательное внимание ко мне. Предлагает мне составить смету. И вообще... И вообще хочет использовать тебя как орудие своего обогащения. Я знаю их намерения. Старик говорил мне. Что это, тебе холодно? Нисколько. Почему? Зачем же ты надел калоши? О, действительно калоши. Куда это я их надел? Странно. Я не знаю, как это... Может быть, это новая горничная так подала тебе обувь, а ты не заметил? Да, пожалуйста, не пускай ее ко мне. Я ее боюсь, она такая дикая, еще перебьет у меня все. Или обольется чем-нибудь. Милая моя Ленка, как ты меня вчера измучила. Несколько минут. А я мучилась месяцы, годы. Ну, не надо. Как это унизительно, любить и не чувствовать твоей любви. Ты сделала из меня нищую, заставляя ждать твоей ласки, внимания. Ты знаешь, как это обидно, ждать ласки. Твоя светлая голова много думает о великом, но мало о лучшем из великого, о людях. Все это прошло, Лена, все уже прошло. Ворота заперты. Это, вероятно, Дмитрий. Я бы хотел, чтобы это был Чепурной. Ради Лизы, конечно. Ну, ради Лизы, конечно. Ну, Лена, неужели ты меня подозреваешь в ревности или прочее? Нет. Ты, для которого кроме науки ничего не существует. А вдруг я тебя побью, Ленка? А? У тебя на плече какое-то перо. Здравствуйте. Милана Николаевна, вы... вас так давно не видать. Вчера была. Вы уж запамятовали? Ах, да. Нет, как же, я помню. А я думала, вы надо мной посмеетесь за вчерашнее-то. Ну что вы, это пустяки. То есть я хотел сказать, это скажет, может случиться.
Пойду сниму калоши, черт знает, зачем они. Пустяки, говорит. Я перед ним вчера всю душу открыла, а он это... Говорит, со всяким может случиться, точно я ему на мозоль наступила. Забудьте об этом, Мелания Николаевна. Не обижайтесь на него. Голубушка, мне ли на него обижаться? Но все-таки была у меня мысль, деньгами привлеку. Кто против больших денег устоять может? А он не соблазнился. Забудьте об этом. Я подлая бабенка, нахальная, испорченная. У меня мыслей много, но все они непрямые. А так вот, как червяки, все в разные стороны. Виляют, виляют. И не хочу я этих мыслей. Я не хочу. Мне надо как-то честно быть, а то я столько зла могу сделать. Хотите, значит, будете. Как били меня. Нет, я ни щеки, ни бока жалею. Мне душу жалко. Душу мою исковеркали, сердце мое вытоптали. Верить в хорошее мне трудно, а без веры какая жизнь? А вы тогда сразу, вы поверили мне, разъяснили мне меня самое, и я поняла, видно, не я бабу его люблю, а я человек. Я вдруг человека в себе почувствовала. Ну, будет, да, Мелания Николаевна, ну, будет. А все-таки думаю, дай, мол, попробую, может, и куплю себе забавного барина, мужья. Вот ведь видите, какая подлая. Не говорите так о себе, надо уважать себя. Без этого нельзя жить. Елена Николаевна, голубушка, приютите вы меня. Научите меня чему-нибудь хорошему, доброму. Вы же умная, вы можете. Здравствуйте, Елизавета Федоровна. А он не пришел еще, Елена? Нет. Тебе нехорошо? Нет. Так, тоска. Кого это она ждет? Бориса Николаевича. Mm. Да, вы знаете, они жених и невеста. Да как же? Ой, Господи, а? Это что ж выходит-то, что я Павлу-то Федоровичу родня буду? И вам тоже? Ой! Нет, ну... Ну, Борис-то, Лиза-то милая, я к ней пойду. Здравствуй, няня, здравствуй, милая. Здравствуйте. Ой. Взяли горничную из конторы. Ой. Не ворчите, няня, сегодня такой светлый день. А порядку всегда время. Вон она, это, новая-то, как села давеча чай пить, так одна целый самовар и выхлебала. Вам жалко воды? Воды мне не жалко, а вот сахар она грызет, как репу. А, здравствуйте, рыцарь. Я чувствую, что сыграл какую-то не очень умную роль. И вообще я плохо себя чувствую после вчерашнего разговора. Елена Николаевна, скажите мне правду. Вы никогда не увлекались мною? Как мужчиной никогда. Как человеком я вас люблю. Серьезно и глубоко. А вот я люблю всю вас, всю сразу. Вчера я почувствовал и понял. Понял, что женщина и человек так тесно спаяны, так неразрывно слиты в одно красивое целое, что мне стыдно стало и жалко себя. И вчера я полюбил вас. Снова тоже. Зачем? Да, я полюбил вас. И ничего не прошу.
Вероятно, я женюсь и все прочее там по положению. Но любить я буду вас. Всегда. Я верю вам. Мне кажется, вы говорите правду. А раньше? Нет. Никогда. Ведь как это случилось? Однажды, не сдержав себя, я вам пожаловалась на свое одиночество. Вы так прекрасно отнеслись ко мне, так чисто. У меня явилось горячее чувство благодарности вам. А вы тогда, заметьте, тогда лишь только заговорили о любви. Это вас оскорбило? Не знаю, может быть, немного. Оставим это, а? И будемте хорошими друзьями. Будьте свободны. Для художника свобода так же необходима, как талант и ум. Будьте правдивы. И, пожалуйста, не смотрите на женщин так плохо. Спасибо вам, это вы верно сказали. Художник должен быть одинок. Свобода ведь это одиночество, не так ли? Да, пожалуй. Павел идет. Я слышу его нелепые шаги. Ну, хорошо. Я пойду к Лизе. Здравствуй, ты соперник. А я тут снова объяснялся в любви Елене Николаевне. Ты не сердись на меня, Дмитрий. Ведь это все Лена. Я не виноват, если она меня любит, а не тебя. О, как мило. Нет, Дмитрий, нет, ты меня вчера ужасно подавил. Да-да, ты лучше меня, да-да. Я какая-то планета с неопределенной орбитой. Кручусь вокруг себя, лечу куда-то и баста. А ты вокруг Солнца. Ты в гармонии системы. Елена, нет еще? Нет, дорогая моя. Может, послать за ним? Не надо. Господи, она как будто заговаривается. Все говорит про какие-то пустыни, про степи. Мелания Николаевна, ну где же вы? Я иду, иду. Мила, мила. Да-да. Ты лучше меня. Это безусловно. Да. Павел, простите. Лиза меня серьезно беспокоит. Нужно позвать доктора. Ну что ж, я поеду. Дмитрий Сергеевич, вам письмо немедленно, чтобы. Черт возьми. Господа. Чепурной. Тихо, тихо, тихо. Лиза. Что такое? Вчера, уходя от вас, смеялся? Шутил, честное слово? Вот вам еще анекдот. Ветеринар и удавился. Тоже захотел поддержать честь корпорации, как тот англичанин. Спасибо вам за складку. Приятно все же знать, что от тебя хоть какая-то морщинка где-то осталась. Обращайте больше внимания на красоту галстука, это важно. Чепурной. Но, может быть, это шутка? Едва ли. Смеялся, шутил. Пришел? А где он? А он... Он не приходил. А голос? Его голос, я же слышала, он говорил сейчас. Ну что ж вы молчите, где он?
Я подражал ему, передразнивал. Зачем? Так. Видишь ли, мы тут болтали, вдруг... Что? Что вдруг? Я вспомнил его манеру говорить. Сказал несколько фраз его голосом. Да? Это вы правду сказали? Павел, ты что? Что-то случилось? Да? Милый Павел, ты не умеешь лгать. Дело в том, видишь ли, это правда, то есть говорил Дмитрий. Видишь ли, Лиза, милая... Не трогай меня. Павел, ты должен мне сказать. Я ничего не знаю. Елена, пошли за ним. За Борисом, сейчас же. Да-да, да-да, ты успокойся. Доктор, скорее, у нее... доктора. У нее лицо. Лицо. Лиза. Лиза. Я упаду сейчас, Елена, держи меня. Ну, успокойся. Ну, как тебя успокоить, Лиза? Ты... О чем вы шептались, Павел? А куда он пошел? Елена, не лги, да я. Нет. Я умоляю. Где он? Ваш брат, Борис! Да скажите же мне что-нибудь. Ведь у меня сердце разрывается, ведь если он умер, то это я. Я его убила. Господа, господа, вы знаете, ветеринар Чепурной... Молчать вы! Повесился. Вчера вечером около 9. Да, 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 на Раките, около речки. А я думал, вы не знаете. А я знала. Елена, помнишь, я чувствовала? Но нет, это не я. Я не хотела. Я не хотела. Нет, Елена, я не хотела. Елена, я... это не я, Елена, я не хотела. Елена, я не хотела. Это не я, Елена. Тихо, тихо, тихо. Это не я. Я не хотела. Нет, нет. Боже мой. Павел, ну скорее. Скорее доктора, Павел. Это не я. Я не хотела. Нет. Послушай, как тебя, Рязанский? Чего это они там делают-то? Чего? Тащат барышню, а она говорит, нет, боюсь я. Вот так, господа. Кричать-то, пожалуй, ни к чему. Не велят это. Лукерья, ну чего ты тут делаешь? Иди в комнаты. Нянь, это чего за припадок? Ты черный немочь, что ли? Да, да, иди. А, ну черный немочь-то это ничего. Это я видела, а то очень испугался я, как потащили-то барышню. Иди, иди. Эй, дядя. Это я? Ты. Постой так. Для чего? А вот я тебя нарисую. Ишь ты. Порчи мне от этого не будет? 2 гривны будет. Это ничего. Подними выше голову. Можно. Аль хорош показался. Не дурен.
что? Видела. Страшный такой. Синий. Словно насмехается. Как это все началось? Все так, так хорошо было. Вы рисуете? Как же это можно? А вы дышите? Не дышать не умеете? Ну ладно, дядя. Елена Николаевна там одна. Пойду к ней. Может, ей понадоблюсь. Гляди ты, барыня-то заплакала. Чего она? Брат помер. Ишь ты, ну это причина. А то бывает, бабы зря плачут. Дашь ей по затылку, она и ревет. Роман! Роман! Да подождешь. Пожар видно. А может, бьют кого? Видно вора. Тоже и вору тяжело бывает. Едва ли она поправится. Ну, полноте. Разве это впервые у нее? Это впервые. У нее появилась хитрость безумных. Сначала она требовала яду, потом как-то странно успокоилась, легла. Сказала, что я раздражаю ее. Я вышла. Вдруг слышу, она тихо встала, спускается и подходит к столу Павла, а там у него в ящике лежал револьвер, вот он. Мы боролись. Она была как зверь, царапалась. Черт возьми, вы не крикнули. Не понимаю, как мы не застрелили друг друга. Теперь она лежит, ее связали, мне помогала горничная. А няня смотрела и плакала, и умоляла не трогать Лизу, потому что она дочь генерала. Какой шум. Почему шум? А Павла еще нет? Что это? Спрячьте меня. Заприте двери. Что с вами? Бьют. Разбили барак. Бьют. Ну, идите. За воротами поймали? Идите сюда скорее. Бьют. Няня. Бьют. Егор! 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 Стойте! Вон все!
Егор! Егор! А, попался, химик. Помнишь, холера, значит, умирай. Помнишь, как ты лекарство делаешь? Да? Ребята! Тачка, главный Данила! Егор! Егор, прочь! Слышь, идиот! Не смей меня толкать! На помощь! На помощь! Прочь! Прочь, Егор! Какая выскочила! Не смей меня душить! Егор, прочь! Я же вас убью! Я вас убью! Прочь! Иди, упал! Ребята! Убиваю! Убиваю! Он убит! Роман! Роман, помогите! Павел! Павел! Он жив! Он живой! Осторожней! Живой! Осторожней! 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 Убили! Не доглядели! Ой! Лена, Лена, ты... Очнулся, Господи. Тебе больно? Где больно? Ну скажи, где больно? Тебя сильно ударили? Мне нигде не больно. Лена, ты ничего? Нет, нет. Мне показалось, тебя ударили по голове. Нет, нет, ты успокойся. Они почему-то все в живот меня, черт их возьми. Доктор... Он жив? Жив, да, жив. Да, он да. В гостиной на диване плачет. Пашеньку-то уложить бы. Идите, няня. Идите к Лизе. Идите, прошу вас. Я очень успешно защищался. Жалко, что ты этого не видал. И знаешь, Лена, я напрасно давеча снял калоши. Я бы их коло... Егор, я попала в вас. Нет, не попала. По голове меня кто-то. Это я. Хотите воды? Вы ужасно глупый, сударь мой. Я никаких лекарств не делаю, черт вас возьми. Перестань, Павел. Нет, подожди, я хочу узнать, за что он на меня бросился. Что я вам сделал? Егор, что? Ничего не знаю я. На суде узнаешь, друг. Ах, не надо. Там тебе расскажут. Какой суд? Я вас так высоко ценил, Егор. Вы прекрасно работаете. Да. Я хорошо платил вам. За что же вы? Ну? Не тронь меня, барин. Оставь его в покое, Павел. Прошу тебя. Барыня. Я овдовел. Ничего. Меня не так били. А я вон он. Жив и ладно. Ничего. Люди должны быть светлыми и яркими, как солнце. Прощайте. Не говорите ничего, я решила, я ухожу. Нет, нет, не надо возражений. Я ухожу далеко и надолго, навсегда. Милый мой идет среди пустыни, в знойном море красного песка. Знаю я, вдали туманно-синие, ждут его пустыни и тоска. Это я для Бориса. Вы знаете Бориса? Нет? И вы не знаете. Мне жаль вас. Мне очень жалко.
хорошо, Лена. Как хорошо. А ты понял, что она сошла с ума? Разве? Солнце точно, чье-то злое око, молча смотрит с неба, жгучим взглядом. Я приду и стану с милым рядом. Трудно ему там, и одинок. Гнетут их тяжелые нужды, любви и внимания им надо. Любви и внимания.